Городище Старая Рязань – уникальный археологический памятник. Исследования первой столицы Рязанского княжества продолжаются уже 200 лет, с 1822 года, когда на городище случайно нашли первый клад рязанских барм. За время раскопок Старорязанского городища в 19-20 веках ученые получили общее представление об истории, облике города, его социально-экономическом и культурном развитии, бытии и жизни жителей, этапах и особенностях оборонительных сооружений городища в разные периоды. Подобные выставки для рязанцев, они дважды нужны. К сожалению, мы часто определенным образом похожи на сапожников без сапог, которые вроде как живут в Рязани, но про саму историю Рязани мы знаем часто гораздо меньше, чем про историю какого-либо интересного бренда одежды. И подобная современная выставка с дополненной реальностью, с прекрасным музыкальным сопровождением будет интересна. Будет интересна для той целевой аудитории, которая еще пока вообще ничего не знает про то, что это было, как это было. В эту экспозицию включены редкие и ценные источники из фонда Рязанской областной библиотеки имени Горького. Они отражают историю Старой Рязани. В их числе книжный памятник «Калайдович. Письма к Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии с рисунками, найденных там в 1822 году древностей». На выставке представлены художественные реплики ювелирных украшений на основе кладов Старой Рязани, копии предметов быта и средневекового вооружения от клубов исторической реконструкции. Очень интересно и важно изучать историю нашей земли, потому что тот, кто не знает историю, будет ее переживать снова и снова. А история любого куска нашей планеты Земли, она вся чудесна, интересна, но мы живем здесь, нам это ближе, и поэтому нам и интереснее это изучать, когда мы это начинаем делать, но об этом почти никто не знает, потому что из тех, с кем я до этого общался, там, с программистами и так далее, когда мы начали изучать артефакты, когда начали все это моделировать, теперь все больше и больше детям интересуются. Посетители выставки «Русская Троя» могут познакомиться с историей исследования Старой Рязанского городища с помощью аудиогида, который будет доступен на платформе easy.travel. Выставочный проект будет работать с 23 марта по 31 декабря этого года.